Известна пословица: за дурною головою і ногам нема покою. Оце так і я. От матрас. Надо нам под матрасник постирати, тому що то там пятно, то там пятно. Еле ми здерли з этого матраса этот. Стала же його піхати в машинку. А хринушки, він не влазив в машинку. Тепер. Нету такої ємкості. Ось, смотрите, поставили в эту кастрюлю, запхали. Бачите? Ну, ось, дивіться. Ось бока, а ось, видите, грязний он. Особенно там, де Саша спить, ну, грязний. Ну, не могу я на это смотреть уже, вообще просто. Йоханый бабай, нема в чому його стирати? Як ти от в этом постираєш? Ну, мало совсем. Говорю, Саш, піди, може, попросив, може, в Серегу якісь, якби ночви були. Нема ж ночви, повикидали, всі зараз з автоматами. Я же решила такі одеяла, може, то треба пуховое одеяло поубирати, там уже тепло прийде. Уже ж, ну, просто вже нема сил. Думаю, перестираю і вже постельцю попрячу, ну, в смысле, под одеяльники, ну нафиг. І, короче говоря, представьте себе, це ужас. Не влазе, ну що тепер оце робити? Ми його єлі стягли, ребята, єлі стягли. Взагалі, чесно говоря, тут такі пружини, говно матрас. Ми за нього віддавали давно вже, скільки це вже, господи, лет, я не пам'ятаю. Ми віддавали за нього 3,5 тисячі. Ну взагалі, якісь такі пружини, ну ми ж Саша не маленькі. Ну да, він закритий, хорошо, все. О, щось тут на ньому понапечатувано, бачите, ось подривалося. Стандарт щось тут якийсь. Ось. Ткаченко. А, то це ще навіть наші матраси. Думаю, це імпортний, тому що там по імпорту написано. Коротше, я не знаю, що тепер робити. Стягнуть ми його стягли, як ми його будемо затягувати, це вопрос номер два. А як оце його стирати? Ну, я говорю, Саш, я закрию машинку двері, но зараз ми спортимо матрас. Мать його дригом, це 1004. І машинку стиральну спортимо, це 10 тисяч. Постираємо матрас на 14 тисяч гривень. Круто, да? Сколько по России? На 3 умножьте. Сейчас, наверное, буду греть воду, порошком разведу и вот так, как я в ванной плед стирала. И буду ногами, руками вот так буду мякать. Но все равно чище будет. Уже, коль сняла, сдаваться не буду. Вы скажете, Алла, вы думаете, мог он еще полежать? Ну да, конечно, мог. Но только не с Алленым характером. Мне вот то, как там вот уже темно, все, я уже не могу. Так, ну що, дивись, не дивись, а подскажите що-нібудь. А ну, пошліть мені якісь ці. На пол розослати, на полу постирати. Та ні, ребят, ви що, це ж біле, це ковер можна, а це ні. Наверно, отак оце і буде. Я предлагаю, говорю, Сань, пошли до Сереги, в них на крыше, на літньому душі стоїть ванна. Нальем туди води, да постираємо в ванну, а там вже що буде, то й буде. Ну все, будемо зараз щось придумувати. Санька вот идет, сейчас он расскажет, что там. Ну, я думаю, что нема в них. И у нас больше емкости уже нету. Может, пластиковой бочки вот той синий. Смотрите, что Саня несе. Привет, Серега. У ночева буде удобнее. Боже, які ви молодці, Сережа, ночеви не викинули. Це тебе Лариса купає в цих ночевах, Сереженька? Да, купала. Бачки, молодці, не викинули. Ми сняли. Еле стягли. А в машинку не влазить, Сереж. Кажу, машинку спортить, ну ти що? Та воно в каструлю здорову не влазить, представ себе. Вона подушки колись стирала. І що? Що? Вона почала глючити, видно, перегрузити. Ні, ну там нема 7 кілограм, але все одно. Так, коротше, зараз гріємо воду і будемо стирати. Це ж у мене зараз тебе буду стирати, як малесенько. Вночі посажу і буду стирати. Ой, бачите, як люди. А в нас все Ні, в нас не було, в нас ночі ви спортилися, доми викинули. О! Виход є. Значить, там ми будемо полоскати, а тут будемо стирати. Зараз грію воду. О. Зараз я в першу чергу покажу. Коси, коси. Коси, коси. А, зняти. Та я сніму, ми зараз потрусимо, я оберу те одіяло. Що да? Там, грибів не чую? А я не була за грибами. Ні, не було. Не знаю, ми на рибалку ніяк не поїдемо. Говорю, Сань, поїхали сьогодні, може, вечором. Не знаю, ну, ми вчора так пахали, як негри на плантації. Так, все, будемо митися ще час. У розбитого корита сидить Алла. Ой, золота рибка, Саня приніс. Не хочу корита цинкове, хочу корита пластикове, Саша. Или з этого емалю покрита. Не хочу такого корита, вообще. Не хочеш, будеш, а захочеш. Ну що, корито перетягли туди, Лариса зайшла, каже, та візьміть на полу. Да правда, треба було просто мені не бросати сядь, а прямо на плітки постирати. Ну, зараз будемо смотрити. Уже вода нагрілася, зараз буду його сюди шурувати.
Це корито, гаряче зараз налью. Ногами, а потім будемо полоскати, а потім тут положимо його і з цього. І, коротше, все одно ж буде свіжий. А як одягати, я вже придумала. Я накрою стол, позову Серегу з Сашою, хай вони натягують. Сань, хорошо я придумала? Як ви будете, я позову Серегу, поставлю, накрою стол, поставлю бутилку, і ви натягнете швидко матрас. О, щось таке. С огнем. Нет, я за свои слова отвечаю. Фу, ребята, захекала, честно. Не влазе. Воду разбавила. Все поповкала. Все замочила, хай трошки откисне. Потом ногами. Я так в ванной плед стирала двойной. Ногами, потом руками и выстираем. Все равно будет чище, все равно будет приятнее на нем спать. Ну, конечно, він не дуже такий грязний, но для мене він грязний. Ну, знаєте, за дурною головою нема покою, я казала таке. Я вічно знайду собі роботу, собі і Саші, щоб не сидіти. Ну, нічого. Ребят, Саня побачив, як я тут мучуюся, як ота дурочка з перевулочка. Пішов мені на допомогу, перетащили туди. Слышиш, не влазить. А я хотіла машинку засунути. Представь, її б розпёрла і двері вирвала. Та ти що, звісно, ми машинку угробили, це ж ще так. Я знаю, що предлагаю, може, давай отуда повісим, Саня, туди протрем оте, Саш. Туда, протрем, там же оно покрашено. Повісим його, потянем цей шланг і там його помиємо наверху, да і все. Повісим на проволоку. На проволоку? Там уголок, де там уже ржавчина, где-то щось. Так ще плюс же то, що в мене ще в машинці стирається. Постель. Короче, все один к одному. Но, девочки, сами не берите, сами не справитесь. Ну, поковбасила. Ну, що дальше? Тут нужна мужская сила. Так що... Грубая. Грубая. Грубая, говорит Санька. Все, продолжаем. Одна дурочка захотела, ну Саша некуда деваться, уже что делать? Сама придумала, сама я це потом и схожу. Ну нема ума, так что делать, не пришли. Ну все, мы сейчас будем полоскать. Ну я повесила стирку, не помещается цей матрас нафиг. Ну хорошо мы ее, между прочим, выжили. Дивіться, яка водичка. Мышцы накачали, нефиг делать. А я постирала же еще и постель, понимаешь, так уже так и не розтягнула, все одно не поміщається. Говорю, Сань, хай трошки зараз під одіяльник простень висохнуть, потім повісим. Хай ще покисне трошки. Фух, оце зарядочка. Це тяжовий случай. Санька вже розвівся, я вся мокра, ось як не знаю хто. Ну, подолали, ми його подолали. Он повісили, полоскали довго-довго, хай стікає. Ох, і важкий, зараза. Ох, і кажете, що тут цього матрасика? Ну, чистенький став. Водичка хороша, не грязна. Смотрите, нема ніяких ні пятен, нічого, замечательно. Замечательно постирался. Вот так. Единственное, що ж вот это Сашины кудри, ну будем выбирать. Кудри вьются. Все. А те вже повисихало, сейчас уже снимаю, он. Сейчас уже буду йти гладить. Все, хай висиха, одінемо і буде благодать. И главное, что мышь на этот матрас, простынь, а простынь засовываешь сюда, и все равно весь в таком волосине. Ну, что ж, муж теплый, меховый. Ой, прежде чем что-то делать, ребята, подумайте 100 раз, потому что я такая, что, знаешь, быстро, раз, все, мне надо быстро. А потом, как я не включила ту машинку? Сейчас бы сидела и плакала, и говорила, боже, помогите, чтобы муж не знал, что у меня сгорела машинка. Я, конечно, шучу, но думать надо. Ребят, у нас опять, смотрите, какие тучи. Опять поднялся ветер. Я не знаю, что мне сейчас самое главное, чтобы мой вот этот матрас высох. Потому что еще ж вторая серия, ребят. Я еще не заканчиваю видео. Потому что вторая серия, это будет хуже всего. Сань, какая вторая серия будет? Одевать. Это одевать этот подматрасник на матрас. Так что дождитесь еще второй серии. Там уже нервы будет, хай бог милые. Ребят, вы думаете, нахрен... Снять и постирать на матрасник – это самое главное. Да мы уже тут нахер скоро сдохнем, Саша, с этим матрасом. Я говорю, давай его нахер выкинем. Ну это ж просто, что Саша такой спокойный. Я бы его уже, блядь, порвала давно и выкинула. Дебилы, производители. Сделали молнию только вот так, вот здесь и вот здесь. Мы уже тут... Я говорю, что я бы уже его порвала давным-давно. Это что Саша такой спокойный? Он бы уже на мусорке валялся. Дебілоїди, такі деньги беруть. Це хтось українська фірма якась робить. Ось, що тут написано? Сіп, флі какой-то.
Дебілы, на подушке буквы Г, что Леся мне передала, подушка буквы Г молния. Здесь же молния, вот там только. Мы уже тянем-тянем, уже рук не чувствуем, блин, цей матрас хай ему греть. Це спасибо, что Саша, я же говорю. Саш, подожди, чтобы я же, блядь, не провалила цю. Ну, вот тут с краю стой, держи. Ты ж, чтобы цю производителя падла, сука, разорвала. Давай его так положим на... Давай теперь перевернем, Сань, застегивай. Давай теперь перевернем его. Стой, я подожди, зайди. Ой, блядь, сука. Это реально дурдом. Дурдом. А может так, давай его так положим, Сань? Вот так колено. А ну подожди, да, стой. Давай вот так, вверх на тебя чуть-чуть. Вот туда. Ой, блядь. Он же сейчас, сука, сився. А ничего он не селся. Селся, смотри, где грань, видишь? А мы его не можем сюда натянуть. Давай тяну что-то. Давай. Саша, спрысай, что ты мне свадебное платье одеваешь. Ты меня пугаешь. Держи. Подожди, чтобы ты провалился, шкарова. Держу. Я уже вся мокрая нахер. Хай его разъебать. Чтоб и так производитель. Упирай его. Подожди, я ж не могу. Саш, давай трошки на мене, бо я ж на середине стою, чтобы не продавить кровать. Давай. Фу, блядь. Хіба вам же можна? Ой, Санька, який ти молодець, Зай. Який ти молодець. Та я мухнулася. Та цей би матрас уже горів посреди двора. Горів би, скажімо. Я б його вже спалила, падла. Фу, сволоч. Давай, подожди. Блядь, вже сил нету. Давай. Охренеть. Сука. Ну, давай, може, так здернем. Саша, все отлично. Я тебе умоляю. Все. Я вздыхаю. Пошел я купаться. Сейчас я буду, иди, бо в мене же эфир на оккупации. А, ну давай, иди. Фу. Давай. Сволота. Сволота! Так, облей матрас постиранный. Не надо. Саш, не буду, ты шо? Хай ему нахер греть. Падло таке. Скотина така. У мене вже, слышишь, у мене вже на матрасі якісь жовті эти зелені. У мене вже галюцинація від нього. Тварь. Ну, конечно, чистый, все. Ну ти порабач мене, якби не ти, я б його в житті не роділа, Сань, в житті, я б його нахер викинула, і все. Так, все, йду купатися.